Язык есть ди, ну и также его диалектом является кермани. Это язык именно зороастрийцев. В Иране есть религиозное меньшинство зороастрийское, которое по канонам ислама, в общем-то, охраняется, хотя не последовательно, то есть ряд там правителей их преследовали. Ну, в общем, так или иначе, они сохранились. В условиях полной изоляции они только друг с другом там женятся и друг от друга происходят. У них, естественно, сложился свой язык, не похожий на окружающий, но он к северо-западной группе иранских языков относится. Традиционно их называют габри. В Индии они себя сами называют парсами, то есть персами. Габри – это от слова кафир, поэтому это, в общем, название со стороны мусульман. Себя они называют, конечно, бехдины, то есть те, кто выбрал лучшую веру, это само название зороастрийцев. Ну, в общем, в данном случае этнос и религия совпадают в силу таких вот обстоятельств. Численность до исламской революции была порядка 40 тысяч человек. Сейчас, вероятно, сократилась, но они есть в город Йезд, город Керман. Вот там в основном у них есть храмы. Периодически на Ютубе тут есть съемки различных праздников, то есть они явно сохранились. Как такой вот что-то типа музея их, видимо, держат. Остатки старого Ирана. Сам язык езди, на котором они говорят, он бесписьменный. То есть просто они на этом общаются. В качестве письменного языка используются авестийский или пехлеви, о которых, значит, о пехлеви я уже говорил, а авестийский – это восточно-иранский, поэтому я еще буду, если все будет благополучно, я еще буду про авестийский отдельно говорить. Ну и, соответственно, в школе обучают их фарси, современному персидскому. Получается, они на этом езди говорят дома. Вот согласны. Ка – это в арабских. Еще есть кягя, но они позиционные, поэтому как фонемы не идут. Ну а в целом система фонема обычная для северо-западных иранских языков. Примеры слогов, и заодно можно какие-то простые слова посмотреть на этом языке езди. Допустим, све, собака, чмак, чам глаз, а чмак глазок. Ну и так далее. Харм сон. Вот так, такие вот слова. Имеется категория числа с показателем хо или ху. Нет падежей. Все отношения с помощью предлогов и послелогов. Есть изофет, широко популярный в персидских языках. Ну, вот примеры местоимений. Хотя там ниже вроде пишут, что местоимения из фарси заимствованы. Ну, вот можно посмотреть на местоимения у езидов. Также есть энклитики из этого, то есть краткие местоимения. Глагол примерно того же типа, то есть две серии окончаний, насколько я тут могу разобрать, и отдельные серии для непереходных глаголов. Есть связка глагольная, которая образует многочисленные аналитические формы. В принципе, вот самое простое время прошедшее. Корень, и к нему просто прибавляются окончания прошедшего времени. А настоящее будет сложнее. Там, во-первых, чередование основы, во-вторых, будет приставка «э» в данном случае, и немножко другие окончания. Хотя в целом довольно похожие. Ну, вот как обычно, настоящее время и прошедшее основные. Так как два диалекта тут дается в двух формах – езди и кермани. Ну и очень много всяких аналитических форм, которые уже от причастий, от связки образуются. Вот они тут очень много их. Повелительное наклонение, тоже специальная приставка «в». Повелительное предостережение, это сослагательное наклонение. То есть глагол достаточно развитый. Также разные формы модальные отдельно существуют. Словообразование в языках мира характеризуется вот... В основном из иранского суффикса «ка», всевозможные там «мошк», «мышка» и так далее. Ну и также очень много всяких других суффиксов. Вот примеры приведены образования суффиксов. «Зардак» – морковь. «Зард» – желтый, а «зардак» – морковь, то есть желтое там что-то, да. «Чам» – «чмак» уже приводил. Ну и так далее. То есть довольно много всяческих суффиксов. Глаголы в основном приставками образуются. Есть
словосложение, допустим, чот-чот, шепот, или вер-вер, быстро-быстро. Синтаксис типичный для иранских с глаголом на конце, но достаточно свободный. Что касается заимствований, вот язык отличается тем, что много заимствований из авестийского и пихлеви. То есть все вот это, все, что к религии относится, а это может быть также и название месяцев, дней и так далее, все это идет на авестийском или на пихлеви. Ну, это вот специфика, что это язык зороастрийцев. Тем не менее, есть там заимствования из фарси, из арабского через фарси, из тюркского, тюркских языков, которые тоже там были. Ну и вот, в общем, вот так сложилась лексика. Два диалекта – езди и кермани. Из них езди употребляется в городе Ест, а кермани – в городе Керман. Да? Езди – более древний язык, сохранил более архаичные формы, а кермани – уже в значительной степени смесь с языком фарси. Ну вот что вкратце по энциклопедии языка мира можно сказать о языке иранских зороастрийцев.